Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях специалист компании Гранви Оксана. Здравствуйте! Здравствуйте! Я хотела бы попросить Оксану рассказать нам о такой процедуре, как наращивание ресниц с помощью пучков подробнее. В ассортименте марки Ardell существует два оттенка клея – прозрачный и черный. Прозрачный подходит для естественного макияжа, черный создает эффект подводки. Кроме того, нам понадобится клей для ресниц, который после высыхания становится прозрачным. Для начала очищаем кожу века любым нежирным косметическим средством и даем высохнуть. Далее выдавливаем каплю клея на чистую поверхность, например, на фольгу. С помощью пинцета берем один пучок ресниц из упаковки. Я буду использовать пучки размера medium и short, средние и короткие. Обмакиваем основание пучка в клей, ждем несколько секунд, пока клей не станет вязким. Подносим пучок с клеем к линии роста ресниц и вставляем между ресничками или прикладываем к основанию своих ресниц, максимально близко к ресничному краю. Всегда начинайте клеить ресницы с внешнего уголка глаза. Туда обычно крепятся самые длинные пучки, далее переходим к более короткой длине. Наращивание должно идти четко вдоль линии роста натуральных ресниц. Пускаем кончик в клей, ждем несколько секунд. Размещаем его в непосредственной близости от первого для эффекта густоты ресниц. Для более естественного вида пространство между пучками должно быть около 2 мм. На каждый глаз мы наклеим около 10-14 пучков, в зависимости от длины верхнего века. С середины глаза мы начинаем клеить короткие пучки. После наращивания пучков постарайтесь не контактировать с водой несколько часов до полной фиксации. Оксана, спасибо вам большое за такой подробный мастер-класс. Ждем вас снова. Спасибо вам. До свидания.